так быстро все произошло. Это велись переговоры, ну, может, месяц-два где-то. И между мне позвонил Николай Петрович, и мы с ним поговорили, и пришли к выводу, что я хотел чуть поменять обстановку. Пришли к выводу, что появился такой вариант, как Черноморец. Я как бы обрадовался, конечно же, потому что команда большие амбиции, Лига Европы, и закончили очень хорошо чемпионат, и я наблюдал все-таки за это стадионы, болельщики. И я согласился, агент мой мне оповестил об этом. Я, конечно же, сказал, что я хочу попробовать свои силы в другой команде. Да, мы по телефону с ним разговаривали не раз, еще в ходе чемпионата. Мы поговорили довольно-таки тепло. Но все объяснил, что хочет меня видеть в этой команде. После этих слов я сказал своему агенту, что я хочу приехать в Одессу. В нападающего, которая для меня знакома очень давно. Я скажу так, что я не играю столба, я не люблю бегать без мяча. Я постоянно ищу мяч. Я думаю, что, может быть, это и привлекло Григорчука, и я буду выкладываться на все 100%. Великолепно. Болельщики очень любят команду. Я это и знал, я это и вижу, видел, что здесь болельщики ходят на стадион, здесь посещаемость, по-моему, средняя 22 или 21 тысяча постоянно. Но здесь есть люди, болельщики любят команду, ходят, болеют. Это очень большой плюс. Как здесь? Здесь нужно выкладываться, выходить, если на игру, то болельщики будут сами, они все видят, они будут тебя гнать, и ты должен им отдаваться полностью, чтобы они видели, что ты отдаешься игре, и тогда они тебя полюбят. Не дождусь, очень жду, и очень хочется поиграть на таком уровне и выйти в групповой раунд. Я думаю, что вся команда будет делать все для того, чтобы мы участвовали в осенней части Лиги Европы. Я уже давно в Мариуполе не был. Был последний раз, я уже не помню, в мае. Ну, скажу вам так, что когда это все пошло, 10 мая мы ехали на тренировку, я видел танки в городе, который сбивал столбы, елки. Это было в центре города. Убивали людей. Созвонился, получается, мне нужны были вещи с Мариуполя как-то, чтобы передать. Я набрал администратору, вернее, массажисту команды, и говорю: Коля, можно там вещи как-то сложить, там человек подъедет, заберет. Он говорит: я, говорит, месяц дома не выхожу. Ну, такая вот ситуация. Я говорю: как мне месяц? Ну, вот, говорит, весь отпуск я из дома не выхожу. Будем стремиться еще лучше выступить, чем команда выступила в минувшем чемпионате. Будем стремиться еще выше, показать хороший уровень, содержательный, красивый футбол, чтобы нравился болельщикам, зрителям, конечно же. Что для себя я хочу поставить цель забить не меньше 10 мячей. Я хочу такую цель поставить, чтобы меня поверила команда, чтобы меня поверили болельщики. Ну, так я считаю, что я сделал на 10 ступенек вверх, перейдя сюда.